Здорово всем, дорогие друзья! Сегодня будет очень интересное видео на тему можно ли прожить счастливую жизнь? Ну, то есть, ключевое слово счастливую жить без тян, без отношений, без семьи. Ну, детей вот я сюда не упоминаю, но по той причине, что не все хотят детей, но все же, ну тян там отношения, это считается, ну, базовой, ну, потребностью там любого человека. Ну, то есть, ну, потому, если у человека, ну, тян, если у него семья, но дети, человека, ну, судят абсолютно там во всех аспектах. Вот даже вот если человек устраивается устраивается на какую-то охуительную, ну, работу, ну, то есть, на первом месте вопрос, ну, к нему будет даже не в какой-то его то профессиональных достижениях, а в то, женат ли он. Ну, то есть, это связано с вот этими, ну, предубеждениями, что там, ну, это лично я так думаю, это связано с теми, ну, предубеждениями, что якобы не женатый человек, он там, ну, то есть, не способен к там, ну, к планированию своей жизни, своему времени. Ну, то есть, в глазах вот работодателя, ну, кажется, что он там может, например, не прийти на работу, там, забухать. Но хотя это, наоборот, мне кажется, никак не связано. Потому что вот в обычной там семье, то есть, когда у человека есть жена, ну, дети, вот если у него есть, ну, ребенок, то все знают, что там. Но ребенок, ну, по ночам, ну кричит нахуй. То есть абсолютно там всегда. Вот у меня сейчас у соседей, ну, появился, ну, ребенок, я, естественно, охуеваю, как он ночью, ну, кричит, то есть даже я это слышу. И, естественно, ну, мне то, ну, похуй, абсолютно, несмотря на то, что он, ну, как бы влияет мне на сон, но для его, ну, родителей, соответственно, ну, они, ну, тратят свое время на то, что там, ну, заставить его спать, там, то есть они не спят ночами. Соответственно, если человек там не выспался, и его там, бля, вот это, бля, ну, как-то хуйня называется. Ну, то есть он, его, ну, производительность намного меньше, чем у обычного стандартного человека, ну, без семьи, без детей. Ну, конечно, это так не всегда. Ну, то есть есть дети, там, одинокие люди, которые, ну, бухают, ну, по ночам, там, то есть ходят, ну, по клубам, соответственно, ну, тогда они будут, ну, примерно на равных. Ну, то есть, вот это, ну, предубеждение связано еще с тем, что в глазах общества абсолютно любой человек должен завести семью и детей. Ну, то есть, вот это, ну базовая, ну, потребность, это, там, можно сказать, действительно, ну, так. Но в наше время огромная, ну, проблема, ну, повальное инцельство, что человек, ну, при всем своем желании не может найти, ну, тян. И если бы там людей на работу не брали, ну, по причине, ну, того, что у него там, ну, нет тян, нет семьи, ну, тогда вообще все заводы закрылись нахуй. Ну, то есть, это чисто вот с такой, ну, точки зрения, вот одна из причин, ну, почему вот человек там, например, может быть несчастлив, если у него нет семьи, если у него нет тян, ну, то есть его, ну, просто-напросто не могут взять на нормальную какую-то охуительную работу. То есть я не говорю там охранником в пятерочке, там, но туда, в принципе, бля, любого нахуй. Вот. В общем, да, дорогие друзья, в массовой, ну, культуре, в обществе, ну, принято, ну, позиционировать тян, отношения, как самое большое достижение в жизни и самое большое счастье. Вот. Ну, то есть, если у человека нет тян, это, нет отношений, значит, он не может быть счастлив в принципе. То есть, вот это можно увидеть везде, там, фильмах, там, в песнях, то есть большинство, ну, песен сейчас абсолютно, ну, пизда страдальческие. Ну, то есть человек, даже тот, ну, который, ну,
имеет вот свои там стойкие убеждения, там свой взгляд на жизнь, невольно сталкиваться с вот этой пропагандой, с вот этой пропагандой отношений, с вот этой пропагандой, что мужчина должен там добиваться, то есть даже если ему там отношения нахуй не нужны, там смотря вот невольно на вот это все, он задумывается, бля, а может я как-то живу неправильно, соответственно, у него возникает сомнение, вот, бля. То есть даже если он, да, вот этот момент чувствовал себя абсолютно счастливым человеком, вот это, погружает его там в депрессию, типа, бля, у всех там есть, то есть, как он думает, то есть, у всех есть, то есть, включите любой, фильм, фильмов про инцелу, то есть, показывающий, реальную ситуацию на данный момент, там меньше, чем вообще нуля, бля. То есть я не видел ни одного фильма про инцелу в наше время. Соответственно, человек, который включает, обычный какой-то там среднестатистический, популярный, фильм там, что там обычно популярно у людей, какая-то там хуйня для умственно отсталых. Опять же, про либо же, Дом 2, там, бля, либо же что-либо, что, тоже завязано на вот этих, на отношениях, там, на семейной жизни, там, бля. То есть, на вот этом всем, то есть, где там, показывают жизнь в отношениях. То есть, в основном, конечно, это смотрят, бабы там, то есть, мужикам это, я думаю, неинтересно. Тем не менее, там, он может случайно вот это все увидеть, то есть в рекламе там, бля, еще где-то. И, соответственно, бля, то есть, человеку становится хуёво даже не от того, что у него там якобы все хуёво в жизни, а из-за того, что он начинает сравнивать себя с другими. То есть он смотрит там, бля, в фильмах еще, как он показывает, даже у какого-то там чмошника, инцела, но без челюсти охуительной, может быть, тян. Соответственно, вот эти фильмы давно нужно перенести в жанр там фантастики, а не какие-то там вот эти обычные. Потому что любой адекватный человек понимает, что если у человека нет альфачевской челюсти, то есть, если челюсть вот такая, как у меня, то есть, вот такая, видите, инцельская челюсть, которая идет под углом, я хуй знает, каким. То есть, у альфачей челюсть вот такая, нахуй. То есть, она выпирает. Если у человека нет вот такой челюсти, значит, протян, прям отношения ему можно забыть, раз и навсегда. То есть, это даже еще важнее, чем размер хуя там, это еще важнее, чем там сколько вы зарабатываете. То есть, челюсть на первом месте, это то, что бросается в глаза. В общем, да, дорогие друзья, но не суть-то в этом. Может ли вот человек, у которого не тян отношений, стать счастливым? То есть, например, вот если вы там обычной норме, соответственно, вы каждый день сталкиваетесь с вот этим непониманием социума, типа, бля, а как? Не только социум, даже вот со стороны своих, родителей, то есть, вот эти стереотипные выражения в вашу сторону могут быть, которые еще, наверное, были у каждого с детства, что, родители любому там, ребенку вбивает в голову, якобы он самый лучший, то есть, что он самый, красивый, там, даже откровенных уебищ, родители никогда не назовут, по факту, то есть, теми, кем они, реально являются, то есть, вы хоть раз видели, родители, которые там скажут, бля, типа, ты там уебище, у тебя никогда не будет, а нет, с детства любому вбивают голову,
Они типа, бля, да, ну ты там самый красивый, там, в лет там 15, все, абсолютно все, там, до седьмого, ну, колена, ну, родственники спрашивают, бля, да за тобой, наверное, ну, у тебя, ну, там, бнами белые, там, вся хуйня, потом там в 20 лет, а почему у тебя нету тян, то есть, не нагулялся еще, соответственно, человек, ну, под действием вот этой, бля, вот этого, ну, вот этих вопросов, там, бля, вот этих утверждений, он внутри, ну, он понимает, бля, ну, какой же чмошник, ну, то есть, если, ну, тян вот по словам, опять же, вот этих родственников найти вообще там, ну, нехуй делать, как сходить, ну, пасать, а я даже, ну, такое не смог, то ебать, я днище там, то есть, нахуя мне жить, ну, то есть, если бы не было вот этой вот это внешнего воздействия, человек бы никогда даже не понял, что отсутствие тян это что-то плохое. Ну, то есть, опять же, вот там, ну, пожрать, ну, посрать, это, ну, базовые, ну, потребности, без которых человек не может, ну, прожить. Сюда многие ошибочно, ну, перечисляют и еблю, вот, еблю там, ну, или еблю, или кто, опять же, инцел, ну, перечисляет, ну, дрочку, там, ебанутые врачи говорят, что если не дрочить, у вас там, ну, яйца взорвутся, и я вот лично на себе знаю, что это все, ну, полнейший, ну, пиздеж, и любой человек, ну, который хоть раз, там, ну, придерживался воздержания, он, ну, понимает, что на, ну, то есть по истечению определенного времени у человека даже прекращается, ну, полюция, ну, по ночам. Ну, то есть у него, ну, просто-напросто, ну, пропадает желание и дрочить, и ебаться. Ну, то есть никакого застоя там в яйцах не может быть чисто физически, потому что если вы не фантазируете, если вы там не смотрите Нупрон, либо же какие-то ебанутые сериалы с пропагандой, ну, ебли, то у вас не будет вырабатываться сперма, ну просто-напросто. Соответственно, не только вот это, у вас даже, ну, мозг начинает, ну, работать, ну, по-другому, то есть вы чувствуете себя там свободным, то есть вы не чувствуете себя каким-то ебаным животным, ну, которого там смысл жизни чисто для того, чтобы выебать, ну, тёлку, либо же, ну, подрочить. Ну, то есть, вот эти животные инстинкты свои там, бля, ну, не суть-то в этом, дорогие друзья. В общем, все же, вот, может ли человек без тян, без отношений, ну прожить жизнь, и может ли эта жизнь быть счастливой, вот. Ну, то есть, если не считать, ну, того, что, например, вот раньше, ну, когда не было, ну, компьютеров, там, бля, вот этих ваших интернетов, ну, процент женатых людей был очень большой. Но, естественно, если бы не было вот этих ебаного интернета, на найти тян, ну, было, ну, как раньше. То есть это не составило, ну, труда там даже вот таким там, ну, каким-то днищем и инцелом уебищным, но под действием того, что, ну, конкуренция за счет интернета сейчас на, там, например, на вашу соседку, не только с вашим, ну, подъездом-то, не только там, не знаю, с вашими одноклассниками, если это ваша одноклассница, а еще там 100-500 миллионов, миллиардов, ну, других каких-то, ну, левых хуев, ну, которые там живут за миллионы, ну, километров. Соответственно, ну, риск, ой, соответственно, шанс то, что, ну, вот эта тян там согласится встречаться именно с вами, и имея там огромный выбор, то, естественно, этот шанс, ну, равен нулю. Ну, вот, это что касается минусов интернета и компота, ну, то есть вот этого, ну, технологического, ну, развития. А теперь что касается плюсов, ну, то есть если вас что-то забирают, значит, вам что-то и дают, вот. Ну, то есть у вас, ну, появился интернет, то есть, ну, раньше, вот, не имея семью, там, не имея тян, не имея отношений, ну, по сути, ну, больше, ну, делать,
Ну, был абсолютно, ну, нехуй, ну, то есть не у всех даже, ну, телевизоры были, соответственно, никаких там, ну, развлечений, то есть люди, опять же, ну, приходили с работы там, ну, те, кто, ну, были женаты, занимались вот этой всей семейной хуйней, кто не были женаты, они, естественно, ну, лезли на стенку от скуки, не от, ну, того, что им там хочется. Вот такого же там семейного уюта, всей этой хуйни нет. Они, ну, чисто невольно хотели себе, ну, тоже семью там, дитя, но потому что им, ну, было скучно. Ну, то есть сейчас же в эпоху вот, ну, компьютера там, бля, и интернета можно найти миллион там, ну, других любых занятий, чтобы, бля, вот, ну, не было скучно, абсолютно, от слова совсем. Компьютерные игры, там, смотреть, ну, фильмы. Но опять же, ну, фильмы сейчас большинство, здесь вот, ну, палка в двух концах. То есть большинство фильмов сейчас с пропагандой, тян, там, отношений, ну, ебля, алкоголя. Соответственно, нужно выбирать там те фильмы, ну, которые там не про отношения. Хотя сейчас сложно найти вот такой фильм, ну, потому что, опять же, ну, есть спрос, но будет и предложение. То есть вот эти все там, ну, кинокомпании смотрят, что люди максимально оскотинились, их интересует лишь оно, там, ну, пожать, ну, посрать. Соответственно, в любом фильме вы сейчас увидите, как человек там, ну, бухает, живет, ебется там направо и налево. Вот такая хуйня. Еще есть очень распространенный миф, что якобы люди, у которых никогда, ну, у которых нет тян, семьи, там очень быстро спиваются. Я не знаю, вот откуда вообще пошел этот миф, но потому что лично я, вот у меня за всю жизнь никогда не было, ну, тян, ну, то есть даже за ручку не держался, и у меня даже мысли никогда не было, то есть начать, ну, бухать, ну, то есть заливать вот эту якобы душевную боль алкоголем, то есть у меня, ну, такого никогда не было, то есть нахуя, наоборот, вот лично я чаще вижу именно женатиков вот этих, по которые, ну, бухают там, то есть они, ну, пришли с завода там, у них интересы сводятся к тому, что они там, бля, либо же, ну, просто, ну, бухают там за телевизором, либо садятся там в комп, ебашат в танки и начинают, ну, бухать. Лишь бы одно, ну, то есть лишь бы жена там не заебывала его. То есть он и так там, ну, пришел с завода, бля, отработал там две смены, но потому что, ну, его жена там может вообще не работать нигде. Ну, то есть ему вот в обществе, опять же, внушили, что мужчина должен там, что жена не должна, но работать, что я должен обеспечивать мужик. И, естественно, вот такие слабовольные долбоебы вот этому всему, ну, верят и принимают за чистую монету. Хотя вот эти, ну, мифы, опять же, что там женщина не должна, но работать. И естественно, ну, как вы догадались, ну, здесь даже, ну, тупой, там, самый тупой человек в мире догадается, что вот эти мифы, ну, придумали, вот эти стереотипы придумали, ну, как раз, ну, бабы. А наивные, вот, ну, бабарабы там, ну, куколды воспринимают вот это за чистую монету. Ну, то есть, если я там, например, скажу, бля, что, ну, тёлка должна там зарабатывать не меньше миллиона, естественно, ну, тёлки на вот это не поведутся, то есть за мной не выстроится очередь вот там желающих меня обеспечивать. Нет, но за счет того, что мужчины, ну, более внушаемы и более, ну, подтверждены там своим животным инстинктом, но они готовы, ну, то есть вестись на вот это все, лишь бы там им, ну, получить, ну, доступ к пизде. В общем,
еще часто слышу там то, что вот, например, ну когда видят свободного человека, то есть у которого там, ну нет ни семьи, ни детей, и вот эти люди, ну которые, ну приходят заебанные с работы, ну то есть вот часто можно на Ютубе, например, видос, ну какой-то, ну посмотреть, ну когда там, ну какой-то человек там, в 60 лет, ну выглядит на 30, на 40, и в комментариях вот этих там вообще на него, бля, вот, ну, то есть на него выливают там, ну, тонны, ну, желчи в стиле, что, бля, да у него же там семьи нет, бля, он живет для себя. Ну, то есть, если человек там живет для себя, не хочет вот следовать вот этим, бля, ну, пропаганде семьи, отношениям, ну, детей, значит, с точки зрения общества, вот этот человек, ну, какой-то ненормальный, там, не адекватный, то есть он, бля, ну, чуть ли не вообще там, ну, какой-то там с психическими отклонениями, если он выбрал, ну, другой, не вот такой, но рабский путь. В общем, соответственно, дорогие друзья, из этого можно сделать, ну, вывод. Ну, то есть, ну, без тян, без отношений, ну, без семьи, ну, легко можно, ну, прожить жизнь, ну, более, ну, того, вот эта жизнь, ну, как бы, ну, правило, ну, будет намного, ну, дольше, чем у женатых людей. Ну, то есть, семейная жизнь, она, ну, как бы вот это не хотели отрицать, она очень сильно заебывает и отнимает много лет жизни. То есть, там, бля, вот эти постоянные ссоры, там, бля, постоянные вот эти, бля, случаи с мужиками, но они готовы ебать в две смены лишь для того, чтобы обеспечить семью, там, бля, еще там жена, например, захотела не одного ребенка, бля, а два, три, там, ну, то есть я, в принципе, никогда не понимал вот людей, ну, которые заводят детей. То есть нахуя они нужны им? То есть нахуя? А есть люди, которым одного мало, заводят там, ну, по 100-500 детей, соответственно, все это ложится на плечи мужчины, бля. Он, бля, начинает, ну, бухать там, бля. Соответственно, он даже особо не огорчится, если там, ну, лет в 40 он уже сдохнет там от инфаркта, от инсульта, ну, то есть все вот эти, ну, типичные проблемы женатиков. Соответственно, человек, у которого нет и там тян отношений, он, ну, как правило, живет намного дольше, живет намного, ну, дольше и, ну, более счастливо, чем там женатый человек. Хотя, опять же, вот это в обществе воспринимают, ну как что-то плохое, ну, то есть, опять же, на этого человека навешивают, ну, различные, ну, какие-то, ну, ярлыки, и, ну, естественно, это все происходит из зависти вот их. В общем, вот такая хуйня. То есть, ну, посмотрите там на вот этих там каких-то известных людей, там, например, бля, ну, которые в своей жизни, ну, добились очень много. То есть на каких-то голливудских актеров, там, ну, которые в большинстве своей, там, в большинстве случаев уже там в определенный момент, ну, осознавая, к чему, ну, приводит семейная жизнь, они там, ну, большинство уже, ну, развелись, особо, ну, особо умные люди, они, ну, даже не женились, то есть, бля, там, и, ну, люди, ну, которые там ни разу не женились, их даже внешне можно отличить от женатику, то есть, там, ну, по лицу, ну, по заебанному выражению лица, соответственно, уже вот это, ну, показывает и, ну, то есть, как бы, ну, дает ответ на вопрос, можно ли, ну, прожить счастливую жизнь, но, ну, без тян, семьи, вот этой всей хуйни. И, естественно, да.
В общем, дорогие друзья, было такое видео. Если вам понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео.